Это видео было сделано по просьбе подписчиков Кати Соколовой, Денчика 2.3 и всех людей, которые его лайкнули. Пиши в комменты, на что ты хочешь видеть озвучку. Приятного тебе просмотра. Эй, ебанутый, нахуй ты туда залез, блядь? Это ж хата педофила местного, сейчас как запхает жопу палку, будешь знать. Палку? Ой, ой, помогите, ебут, блядь, да на, блядь, ебут, блядь. В следующий раз по локоть запхаю. Ты пришел меня насиловать? Ты нормальная вообще, блядь? Все, добрый вечер, бабка, оставлю тебя с мечтами наедине. Нет, ты пришел меня насиловать. Ты мне нужна, я домой шел 3 часа ночи, блядь, какой насиловать? Все, я вызываю полицию. Сука, тортила ебаная, нахуй! В психушку позвонить не забудь заодно. Ой! Мэ! 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 Отъебись! Мэ? Может, ты не будешь мне на хуй наступать? Какой хуй, ты же женщина! О, а я думала, это хуй. Может, покажешь, как он выглядит? Ну, давай двигайся тогда. Помогите, люди добрые, средь бела дня хуй показан! Лунтик, зачем тебе этот люля-кебаб? Я вас сейчас выебу нахуй! Это кто, блядь? Да нам похуй, ты чё доебался, блядь? Заткнись, это дагестанец! Ты чё маразь ещё? Теперь это мой люля-кебаб! Давай выскочим один на один, Ух, ебать! Всё, забирай вместе с кузнецом, рабом твоим будет! Ебать, урод, блядь. Эй, ебанутый, ты чё там разъебал, блядь? Пиздец мне. Так что, бомжара, прекращай курить. А то уже сам стал цвета хуйни, которую куришь. Чё этот придурок там ползает? Эй, ебанутый. Ты чё, оглох там, что ли? Ты чё, бля, во все 4 уха долбишься? Деда, я разъебал твой горшок, а он тебя отвлекал. А? Вы чё, суки? Вы сейчас по очереди на этот горшок сядете. А ты знал, что тот, кто утром встает с левой ноги, тот пидор, а кто с правой, тот нормальный пацан? Да, и с какой ноги ты встал сегодня? Да я не помню, блядь. С чего вы вообще решили, что это влияет на вашу ориентацию? О, смотри, Кузя, я сейчас докажу, что я не пидор. А, погоди, я сейчас тоже докажу, что я не пидор. Нет, я жопу сейчас жопу давай докажу. Сюда, иди сюда, блядь, иди сюда, блядь, сюда, блядь, иди нахуй. Ебанутые, блядь. Давайте просто завяжем бантики, а утром узнаем, с какой ноги надо вставать. О, привет. Ну чё, есть желание бебрами потереться? Нихуя, ебать. Встал я сегодня с правой ноги, так что левую отрежу. А чё ещё делать? Эй, петушки, а мы сегодня встали с левой ноги и ничего. Тогда может вас наедине тут оставить, да? Пошла нахуй, шкура. Я сегодня встал с правой ноги, и от лунтика жопы меня блевать тянет. Я ваш рот ебал, блядь, с какой ноги вставать надо?